режим чрезвычайной ситуации объявлен сразу в нескольких американских штатах. На центральную и восточную части страны обрушилась мощная снежная буря. В Вашингтоне сегодня закрыты все госучреждения, во многих городах не работают школы. В Бостоне этот февраль уже назван самым снежным за всю историю метеонаблюдений. С начала месяца сугробы выросли больше, чем на метр. По всей стране отменены более 2500 авиарейсов. На дорогах десятки аварий. Как произошла одна из них, случайно сняли тележурналисты в Вирджинии. Тяжелый внедорожник из-за гололеда вылетел с трассы и остановился в считанных сантиметрах от камеры. А вот кадры из Филадельфии. Это здание теперь больше похоже на ледяной дворец. Огромные сосульки выросли, когда пожарные тушили огонь, вспыхнувший на верхнем этаже. Льдом сковала реку Гудзон. Некоторые катера буквально примерзли к причалам. А в Нью-Йорке в причудливые ледяные скульптуры превратились в фонтаны.